Вы поехали? Ой, скажи, чтобы не залазил. Вверх он вообще как самолет. Ты как-то очень резко его поднял. А вниз он медленно-медленно едет. А я снимаю, снимаю. Да? Сейчас. Да. Ты можешь вот здесь встать, а то получится, чтобы тебя было видно на фото. Вот, вот знаешь как, вот чуть ближе к нему. А я против солнца буду. Полетели. Давай туда слетаем. Смотри, деревья. Ночью удобнее снимать, мне кажется. Так, теперь курс вправо. Ага. Я его, блин, от солнца ничего не вижу. Или там, а нет, это они. Снижающий фактор снимаете. Снижайся. Ты прям пониже подведи. Видишь, еще нужно учиться снимать. Так я понял, ты пониже подведи, а потом разворачивай его. Так, а теперь, чтобы... Ты высоко берешь, ты прям вот на уровне лица, грубо говоря, опусти. Вот, и подводи медленно. Смотри, как классно. Он же на 20 должен вроде. Еще рано просто. Нет. А где дети? Дети? А дети где? Где? Давай подождем. Он когда принимает управление на себя, он вверх на 20 метров поднимается. Сейчас будет принимать управление. Хотя он тут может дольше летать. Потому что он рядом с точкой находится. А ты отведи его до туалета, грубо говоря.
Не, я боюсь, там деревья. Ну ты здесь рядом, я же не говорю так далеко. 20%. Вот сейчас он должен. Видишь, ну вот в прошлый раз он на 20%. Сейчас у него бортовой компьютер, он над точкой прям висит. Поэтому видишь, он читает... А ты уведи с точки немножко. Улетай, будем Опа. Ловить. Че, все? Пошло мигать. Так, проходит. Ну что он не принимает этого лига? 15%. Он вошел прямо над точкой. Ты уведи с точки на метров там чуть-чуть в сторону. Все, пошел садиться. Сам сел.